Прошу вас. Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Давайте пойдем по порядку. Что за арбалет? При чем здесь арбалет? А арбалет из магазина. Его купили вчера. Кто купил? Кто? Владелец зажигалки. Он убил Чуева, потом купил арбалет и попытался с помощью него избавиться от свидетеля. В лице Вадима. Вы же знаете, чья это зажигалка? Прекрасно. Давайте отдадим эту зажигалку милиции. Нет. Пусть они сами распутают эту историю до конца. Нет, нет. Зажигалку милиции мы отдать не можем. Это вещественное доказательство. Скрывать его опасно и противозаконно. Я вообще против всякой самодеятельности. Пусть этим делом занимается милиция. Милиция? Да вы видели лицо этого следователя? У него совершенно нет интереса к этому делу. Он считает, что это бандитские разборки. А мы с помощью этих вещественных доказательств сможем разоблачить преступника и заставить его сознаться. Более того, я знаю о существовании еще одного вещественного доказательства. Интересно. Вадик, ты можешь объяснить, что все это значит? Не знаю, но тебя покушались, кто-то подстрелил твою лошадь. У тебя есть враги? Да, кто бы мог подумать. Не ожидал. Браво, браво. Вадик, ты что, даже знаешь, кто? Да, знаю. Здесь все твердят, что Чуев был невероятный франт, и что он переодевался по 4 раза в день. Но! Вы понимаете, когда его обнаружили в пруду, на его брюках не было ремня. Ну и что? Ну как что? Ну куда же он мог подеваться, этот ремень? Допустим, что Чуев, как все здесь уверены, напился и свалился в пруд. Так. Так зачем же было при этом снимать ремень? И что самое интересное, это то, что вокруг мостков ремня тоже обнаружено не было. Ну, он мог оставить его в номере. Оставить в номере ремень? Вы выйдете в костюме без ремня? Ну, допустим. И где вы собираетесь его искать? В пруду. В пруду? Да. Значит, я была права, ты от кого-то прятался. От кого? Тебя это не касается. Зачем ты хамишь, Вадик? Я что, не имею права знать? Ты имеешь право? На что? Знай свое место, голчонок. Спасибо. Спасибо, что напомнил. Ну, конечно, это же очевидно. Преступники сняли ремень с уже бесчувственного тела Чуева и привязали им его к свае внизу под мостками. Вода в пруду спокойная. Поэтому он мог всплыть, бог знает когда. Но то ли они его там плохо привязали в попыхах, то ли ремень там, я не знаю, расстегнулся. И Чуев всплыл. Скажите, а вы говорили об этом следователю во время вашей сегодняшней встречи? Нет. Ну, конечно, нет. Он и так думает, что я начиталась детективов. Да. Это все надо хорошенько обдумать. В любом случае, я прошу вас, будьте осторожней. Я сейчас должен уйти. Я обещал гейм Феликсу Яновичу. Хорошо. И пообещайте мне, Марина, что вы не полезете в этот пруд одна. Обещаю, по крайней мере, не средь бела дня. Спасибо. Thank you.
аккуратней. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Так, хорошо. Не нервничай. Опа. Так, подача. О, ну это уже гейм. Ак. Оп. Опа. Ну, подавай. Здрасте. Добрый день. Добрый день. Чаю с лимоном и сахаром? Сию минуту. Будьте любезны. Галочка. Какая приятная неожиданность. Ужасно рад вас видеть. Здрасте, Галочка. Здравствуйте, Геннадий Иванович. У вас, кажется, была зажигалка. Конечно. Сейчас, одну минуточку, дорогая, сейчас. Вот тут вот так. Ой. Нету. Какой конфуз. Куда же она пропала, а? Юноша, ну дайте даме перекурить. Прошу вас. Пожалуйста, Галочка. Прошу. Пожалуйста. Может, угостить вас чем-нибудь, а? Геннадий Иванович. Да-да. Идите ко мне за столик. С удовольствием. Извините, Галочка. Угу. Иду, Мариночка. Всего доброго, Галочка. Я так тронут, должен признаться, для меня это большая честь. Спасибо за приглашение, Марина Евгеньевна. Зажигалку потеряли? Да, представляете? Обидно. Я хоть сам не курю, но люблю поухаживать за дамами. А вот это не ваше? Моя. А откуда вы верите? А нашла в лесу. Там, где сегодня утром упал Вадим. А как она там оказалась? Я же там не был. Но зажигалка-то ваша. Моя? Безусловно, моя. Спасибо. А теперь моя, потому что я ее нашла. Значит, теперь она моя. Ну, как угодно. Берите на здоровье, дарю. А вы знаете? Да. Вадим-то с лошади упал не случайно. Ага. Угу. Что вы говорите? В самом деле? Угу. Однако, какая вы фантазерка, Марина. С вами весело. Ваш сок. Знаете что? Давайте погуляем. Выйдем в поле, за ворота. Там чудно. Я даже могу вас пофотографировать, с вашего позволения, разумеется. Я не думаю, что ваш кавалер будет против. Тем более, он сейчас так занят на корте. До обеда еще час. Успеем? Ну, конечно. Спасибо за приглашение. Так. Бери. Оп. Так. Еще. 15-0. Ну. Оп, взял. Вот этот. Аут. Дед, мы выигрываем. Для кого это вы все время вяжете, Елена Михайловна? Для внучки. А ваша внучка где она? В деревне? Нет. В Москве с дочкой. Давненько я ее не видала. А дочка ваша, что она одна, без мужа? Муж. Нас двое. Муж объелся груш. Так, ваша подача, Федор Федорович.
Не отдыхаем. Вероника, внимательно следи. Оленька, может быть, вы поможете мне? А то, видите, я один не справляюсь. Еще бы. Да вы смеяться будете. Спасибо. Так, играем? Оп. Иди, дуреха, иди поиграй. Так, Вероника, твой. Я не хочу. Вот так. Ух ты. Я взял. Нет. Взял. О, есть. Так. Так. А еще? А вот так его. А если он соскочил? А куда он денется? Да, был такой послушный. Чего это он вдруг повелся? Недоволен своей долей? Я тоже недоволен своей долей, но я же не брыкаюсь. Ха, чё, будем выцеплять его? Команда была только навестить и привести в чувство. Покуда он раньше времени когти не стал рвать. Не помешаю? Нет. Что-нибудь желаете? Спасибо. Поссорились с мужем. Не переживайте, у него сегодня был трудный день. А я уже привыкла, знаете, и вообще. Мы сегодня собирались уехать. Просто если бы не это падение, мы бы уехали. А что, действительно кто-то стрелял в эту лошадь? Да. Да? Вы, кстати, не знаете, кто это мог быть? Мне показалось, что Вадим был готов к чему-то подобному. Нет, не знаю. И вообще, знаете, я к этому отношения не имею. Он мне вовсе не муж, и жена у него дома. Вот так. Да. Вы, наверное, ищете вашу спутницу? По-моему, она ушла с Геннадием Ивановичем. Куда? Не знаю. Только что перед вами. А вы в первый раз здесь, Мариночка? Да. А я который год приезжаю. Ой, вы знаете, места здесь замечательные. Да. Я даже зимой здесь был. Да. Новый год встречал. Вы знаете, вот по этой дороге мы на тройке с бубенцами. Чудесно. Я советую вам обязательно приехать. Обязательно. Да. А у вас, кстати, как? Муж имеется? А у вас жена? Нет, Мариш. Эх, я одинокий путник. Не путник вы. Вы поэт. А вот к слову о дороге, а куда мы с вами идем? Куда? Да идем и идем. Куда глаза глядят. Марина. Марина. Люсенька? Да? А Марина Евгеньевна не оставляла ключи от номера? Нет, она у себя в номере. Хотите ей позвонить? Нет, спасибо. Пожалуйста.
Прошу, Мариночка, вот тут сюда. Прям сюда? Прошу, ну не бойтесь. Вот сюда, повыше. Осторожно, осторожно. Так, пару кадров для истории, Мариночка. Пожалуйста. Спасибо, Марина Евгеньевна. Чудесно. Чудесно, прекрасно. Раскиньте руки. Так, не надо руки. Ой, Мариша, я так хочу, чтобы вы узнали, кто такой на самом деле Геннадий Иванович Мельников. Одну минуту, Марина Ивановна. Одну минуту. Эй, Мельник, далеко собрался? А ну, стой! Стой, тебе говорю! Боже мой, Марина, как вы сюда забрались? Это он, это Геннадий Иванович. Да, я вижу. А куда это он поехал? Я не знаю. Помогите мне спуститься. Спасибо. Это он стрелял из арбалета. Он и купил его в нашем магазине. Интересно. А это кто такие? Это его сообщники. Вы видите, они везут его в наш пансионат. А вы что, из милиции? Нет, мы просто интересуемся, кто у вас купил арбалет. Ну что же, я помню. Ну хотя бы кто это был, мужчина или женщина? Ведь арбалет был один и лежал он у вас бог знает сколько. Ну неужели не можете вспомнить? Нет, не могу. Ну, наверняка же это был кто-то из пансионатских. А ко мне другие не ходят. Вам-то зачем, Господи, Боже мой? Да мы сыну решили подарок купить. Очень игрушка понравилась. В Москве поищите. А у меня нет и не будет. Там, кстати, и бинокль ваш найдется. Ты решила купить бинокль, дорогая? Я… Спасибо. Так неужели не вспомните, кто купил у вас этот арбалет? Взрослый? Или ребенок. Мы так хотели сделать сыну подарок. Интересно, сколько лет этому сорванцу? Какому? Нашему сыну. Тучкову Пятому. Полагаю, с тем, что его зовут Федей, вы спорить не будете. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Я вас очень прошу, давайте договариваться о легендах заранее. Согласен. Но согласитесь и вы, что эта продавщица Лариса ничего не поняла.
Еще бы, если она не может вспомнить даже того, кто купил у нее такой странный предмет. Да. Хорошо, хоть вы не отдали Геннадию Ивановичу эту зажигалку. За кого вы меня принимаете? Я принимаю вас за одну миловидную молодую женщину, которая, защищая справедливость, рискует навлечь на себя крупные неприятности. Я прошу вас, никуда не ходите без меня, пожалуйста. Хорошо. Ну что, навестим Геннадия Ивановича? Люсенька, слушаю вас. А Геннадий Иванович вернулся с прогулки? Да, он должен быть у себя в номере. Он грозился привезти с собой пару классных теннисистов. Да нет, он один пришел. Жаль. Спасибо, Люсенька. Угу. Значит, они довезли его только до ворот. Интересная знакомая у нашего Геннадия Ивановича. Я вам говорила, что это он. Так, Машенька, возьми список, пожалуйста, на обед. Спасибо. Давай. Вот список на обед. Хорошо. Хотела вас спросить, у вас в деревне все с таким маникюром ходят? Юль. Извините. Да какой там маникюр? Это же я так, немножко. Милая, в кои-то веки собралась в культурный дом отдыха. Вот решила красоту навести. Конечно. А домой вернусь. Пустирушки, огород, все за один день-то и поблетат. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Его нет. А он, кажется, никогда не опаздывает. Посмотрим. Ну что посмотрим? Прячется он в номере. Знаете, как ему передо мной сейчас стыдно? Как он от них дернул. Приятного аппетита. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. А пива нет? Извините, пиво только в баре. Режимный сервис. Ну, че головы вертишь? Не туда смотришь. Вон, кандидатша. Только что приехала, какого селезня отхватила? А, шепчутся, шепчутся. Никак не наговорятся. Мама. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, Фелик Тем. Всего доброго, Леонора Яковлевна. Приятного аппетита. Еще принесу.
Девушка, я вас очень прошу, это правда срочно. Извините, но это невозможно. Главное, это неожиданность. Угу. Вы зададите ему конкретный вопрос. Куда вы подевали арбалет? Ну, он и посыплется. У дядечки нервы ни к черту. А если не посыплется? Ну, тогда мы покажем ему ремень из пруда. Марина, вы так говорите, как будто этот ремень из пруда уже у нас в руках. Да. Извините. Я слушаю. Говори. Да. Да. Ни в коем случае. Я знаю. Ничего страшного, это был обычный обморок. Она скоро очнется. Спасибо, сестричка. До свидания. Алло. Его только что нашли. Боюсь, возникнут проблемы. Ну, со следователем я попытаюсь договориться сам. Нет, думаю, на какое-то время мне надо задержаться здесь. Давай, я сам тебе перезвоню. Да, я все понял. Да. Держи меня в курсе. Я буду ждать твоего звонка. Ну да. Сегодня так душно. Надо попросить, чтобы включили кондиционер. Всего хорошего. Марина, здравствуйте. Да. А Федор Федорович здесь? А что случилось? Все пропало. Аглоеда и эти пансионатские хотят перестраховаться. А их директриса собирается заявить в милицию. Пойдемте со мной. Ага. Я же вам говорила, что этой Аглоеде кроме денег ничего не надо. Им на мальчика наплевать. А теперь Аглоеда с директрисой пансионата будут наперегонки выслуживаться перед милицией. Пока. Да. Можно? Войдите. Подождите меня здесь. Ага. Вы? Вы знаете, я никогда не встречала таких людей, как вы. Вы настоящий эгоист. Вы никого не любите. Вы знаете, что только вы можете спасти коня, и вы не пишете заявление, просто, я не знаю, из вредности. Ваше поведение достойно презрения. Мне вас искренне жаль, Вадим. Извините. Добрый день. У нас найдется листок бумаги? Конечно, дорогой. Что писать? Я не знаю. Я сейчас позову Зою. А она знает, что писать. Ты решился на доброе дело, милый? Проходите. Вот. Здравствуйте. Здрасте. Зоенька, скажите, что нужно написать. Ага. Сейчас. Заявление на имя директора пансионата Фореста. Ну, наверное, дальше так. Я такой-то, такой-то отказываюсь от претензий в связи с происшествием на конной прогулке. Число, подпись. Вроде бы все. Да, все. Есть. Вот, спасибо. Спасибо, Марина Евгеньевна. Ой. Вот здорово. Теперь пусть только попробует мальчика тронуть. Ой, что бы я без вас делала? В
что смотришь? Не нравлюсь? Нравишься. Знаешь, ты мужик ладный. Только что-то проблем у тебя стало многовато. Да, это мои проблемы. Слава богу, не мои. У меня и своих хватает. Знаешь, а общих проблем, как выяснилось, у нас с тобой и нет. Правда? Что ты хочешь? Я? Я хочу уехать. Вон оно как. Да, Вадик, я тебя бросаю. Ты знаешь, мне не нравится то место, которое ты мне определил. Мне там скучно и душно, понимаешь? Мне кажется, я еще сама способна любого поставить туда, куда я захочу. Молодец, Голчонок. Ты уж извини, что я тебя в такой момент бросаю. Ну, видишь, оказывается, не получилось из меня боевой подруги. Но ты знаешь, из тебя тоже боевой товарищ. Так себе. Не знаю, как тебя твоя жена терпит. Я тебе говорил уже, жену мою не трожь. Ой, да нужна она мне. Знаешь, я просто вот сейчас сказала, как вот камень с души, мне легче стало. Терпела тебя столько. Дура. Идиотка. Знала за что. Да, Вадик, ты уж извини, но за сладкое платят. Видеть тебя не могу, понимаешь? Ну, благодари. Благодари свою спасительницу. Благодари. Неразговорчивый. Да что вы, разве вы не видите, как он радуется? Это же по глазам видно. А хотите, я вас пару кружков покатаю? А разрешат? А Глоеда уже уехала. Должен же вас мальчик как-то отблагодарить. Ну, не бойтесь, я буду рядом с вами. С удовольствием. Решайтесь. Ну, куда ты собралась? Вечер скоро. Ничего, я заказала машину, через 2 часа буду дома. Ты выпила. А что? Ты же говорил, что мне идет. Ты говорил, что твоя жена вообще не пьет, а мне это идет. Забыл? Забыл. Ну вот и телефончик мой забудь. Возьму у тебя последний раз денег. Не возражаешь? Спасибо. Ну что? Прощай, дружочек. Прощай. Чао! Зоя, я боюсь! Не бойтесь, Марина Евгеньевна, не бойтесь! Смотритесь в седле. Да? Спасибо. Спину держите прямо. Ну, держу. Откиньтесь назад, не бойтесь. Вот так? Ну как, вам нравится? Посмотрите, какой он у нас красавец. Ой. Марина Евгеньевна, я уверена, что вам так понравится, вы будете приходить к нам каждый день. Ну,
Шагом, шагом. Сейчас я совсем вам... не боюсь. Вы будете скакать рысью, я вас уверяю. Нет, не надо рысью, только не сегодня. Давайте в другой раз. Вы словно созданы друг для друга, Марина. Да? Спасибо вам, Зоя. Дышите ровно, дышите глубже. Дышу. Хорошо, молодец, молодец. Ну что там, все успокоилось у вас? Да все уже спокойно. А парень правда из Америки приехал? Да. Да, все в порядке. Я даже не помню. Спасибо. Вообще-то я заказывала машину. Мне кто-нибудь довезет? Да, конечно. Водитель ждет. Роман. Да. Помогите, пожалуйста, с багажом. Здравствуйте. Ваш чемодан? Да. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Это куда же наша молодая собралась? Муж покалеченный лежит, а она куда? Да он ей вовсе и не муж. Ай, я что-то подобное предполагала. Ну как, отдохнули? О, да. Отдохнула. Ирина Михайловна, а вы что здесь делаете? Да я по ошибке забрела ваш коридор и решила узнать, как там болезный. Спит, наверное. Да и жена-то его уехала. Уехала? Когда? О, еще до ужина. Да и ты ужин проворонила. Твой-то тебя упускался. Поссорились, что ли? Да вроде того. Easy come, easy go. Ну да, легко пришло, легко ушло. Счастливо ночевать. Thank you.